Я из породы битых, но живучих. Я помню все, мне память дорога. Я, дорогие, мхатовский лазутчик, заброшенный судьбою в тыл врага. Теперь в обнимку, как боксеры в клинче, и я когда-то мхатовский студент Олегу Николаевичу нынче докладываю данные разведки, что на Таганке той толпа нахальная, у косы очереди комор за дом, цыганка с картами дорога дальняя, и снова строится казенный дом. При всех делах Таган с вами схожий, но при желании разницу найдешь. Спектаклем вашим рукоплещут ложи, а мы без ложной скромности, без ложь. В свой полувек Олег навек моложе, вторая жизнь замен семи смертей. Из-за того, что есть в театре ложи, он может смело приглашать гостей. Артисты мажутся французским тончиком с последних ярусов, и то видать, а на Таганке той портер с балкончиком, и гримы не на что им покупать. Подчас репертуары совпадают, и тут и там умеют брать нутром. Они гурьбой Булгакова играют, и Пушкина опять же в пятером. Шагают роты в выкладке на марши, двум ротным ордена за марш рывок. Всего на 10 лет любимов старше, плюс 10 дней, но разве это срок? Гадали разные, года в гаданиях, мол, доиграются, и грянет гром. К тому ж кирпичики на новом здании напоминают всем казенный дом. Ломали, как когда-то, галерея, предсказывали крах приемненом. Но оба добрались до юбилея и дожили до ваших орденов. А на Таганке той возня нормальная, перед гастролями она бурлит. Им предстоит в Париж дорога дальняя, а птица синяя не предстоит. 7 лет назад ты въехал в двери МХАТа через подъезд парадный на коне. Ты сталь сварил, теперь все ждут проката. Изнутри, конечно, извне. Примеры далеко ходить не надо. Был на Руси такой же человек. Он щит прибил к воротам Цареграда. И звался тоже, кажется, Олег. Волховы пророчили, судьба печальная ждет добрых молодцев и там, и тут. Цыганка с картами, дорога дальняя, и змеи в черепе коня живут. К тебе идут гурьбою едва ли за тем, что больше платишь за труды. Но дай, дай бог счастья тем, кто на бульваре, где чище стали чистые пруды. Тоскуешь ли в минуты дорогие, повечно и доподлинно живым? Я понимаю, это ностальгия по бывшим современникам твоим. Здесь режиссер в актере умирает, но вот вам парадокс и перегиб. Абдулов Сева, Севу каждый знает, в Ефремове чуть было не погиб. Нет права, мы похожи даже в споре, живем и против правды не грешим. Я тоже чуть не умер в режиссере, и, кстати, с удовольствием большим. По многим совпадают интересы, мы тоже пьем за старый Новый год. В обоих коллективах мерседесы, вот только чайки нам не достает. Мы пара тварей с Ноева ковчега, два полушария мы одной коры. Не надо в академике Олега, бросайте в ящик черные шары. И с той поры, как люди слезли с веток, сей день один из главных можно встать и тост поднять за 10 пятилеток. За 100 на 2, за 2 по 25. За 100 на 2, за 2 по 25.
25.